Добрый день! С вами интернет-магазин Libri.lv. И сегодня у нас необычный домашний видеообзор детской обуви Викинг. Почему именно необычный и домашний? Потому что это самые любимые кроссовки моих детей Дениса и Димы. И именно их мы хотим сегодня вам продемонстрировать. Также нам в этом видеообзоре сегодня помогает Дима кто? Дима Путеев. И кто еще у тебя в руках? Баран. Привет. И барашек привет. Тоже помогает. Отлично. В чем особенность этих кроссовочек? Ну, во-первых, они непромокаемые, у них мембрана Горетекс, благодаря которой ножки ваших детей всегда будут сухими. Бегаете вы по лужам, прыгаете по мокрой траве, что очень актуально летом, когда утром роса, или просто ходите под дождем, ноги вашего ребенка всегда будут сухими. Также их можно стирать при 30 градусах в стиральной машине. Испачкались – не беда. Постирайте, они будут снова чистыми и красивыми, как новые. Также они очень легкие. Гибкая подошва, хорошо гнется. Они очень хорошо сидят на ножке и очень удобные. А теперь Дима с Денисом нам продемонстрируют, как они выглядят на ноге и как в них удобно ходить. Ну, вот так вот эти кроссовочки у нас смотрятся на ножке. Дима, Денис, покрутитесь, чтобы всем было хорошо видно. Вот такая вот у них подошва, да? И хорошо гнется. И хорошо гнется. Отлично. Итак, Дима, Денис, вы готовы нам демонстрировать кроссовки в действии? Да. Отлично. Ну, пройдитесь, пробежите, покажите, как они выглядят. И еще хорошо прыгать. Отлично. Итак, наши дорогие друзья, если вам понравился данный видеообзор, делитесь им со своими друзьями. Ставьте лайки, большие пальцы вверх и пишите в комментариях, как вам понравились эти ботинки. Да. Супер. С вами... Всем пока! И с вами был ваш... Libri.lv. Libri.lv. До новых встреч и до новых видеообзоров. Всем пока!